Какие ударные поверхности можно закалять на макеваре, с помощью макевара? Любые, абсолютно. Если эта макевара упругая, то начиная от головы, которую не закаляют на самом деле, но ставят удар головой, и заканчивая пяткой. Любые ударные поверхности и удары любыми ударными поверхностями можно отрабатывать и ставить на макеваре. Единственное, что я скажу, что голову набивать не надо. Удар головой ставят, да. Остальные ударные поверхности можно и набивать, и закалять, и ставить ими удар. Любым, абсолютно. Начиная от пальцев и продолжая всей кистью со всех сторон абсолютно. Кулаком, кулак со всех сторон, предплечье, локоть, ноги, колени, голень, стопа, вся. Все прорабатывается на макеваре. Длинная доска байка позволяет это делать в самых разных уровнях. Что тоже очень хорошо. Почему? Потому что это приближает все к реальному бою, когда вы удар будете носить в самый разный уровень. Это замечательно.